Короче говоря, глава Краевой Думы Юрий Белый в очередной раз пообщался с журналистами. Такие встречи проходят регулярно, и вопросы на них задаются, как правило, похожие. Это проблемы Кавминвод, жилищно-коммунальное хозяйство, земельная реформа. Правда, в этот раз много говорили о выборах. Как известно, в новом созыве из 50 депутатов зарплату будут получать только 18. Юрий Белый выразил мнение, что это никак не повлияет на эффективность работы Думы. Что касается ЖКХ, больше всего вопросов вызвала программа капитального ремонта, которая в прошлом году, как известно, на Ставрополе была фактически провалена. Юрий Белый заметил, что выводы депутаты уже сделали и впредь будут следить за ходом ремонта домов. Самое главное, чтобы средства не разворовали. Кстати, проблема воровства красной нитью прошла через всю пресс-конференцию. Например, глава Краевой Думы высказал личное мнение о том, что было бы неплохо вернуть стране смертную казнь, а также предложил другие более оригинальные варианты решения проблемы. Тут хорошо было в древней порте. Говорит, вора сажали в бочку с дерьмом, рядом стоял янычар с саблей, говорит, и вот как только голова показывалась, вжик, понимаешь, надо было вот туда нырнуть в дерьмо, говорит, помогало очень сильно. Марк Ветлицкий, Владимир Кириллов, короче говоря, АТВ Ставрополь.